Мы вас очень любим. Спасибо, что вы пришли поздравить меня со 44-м днем рождения. Синиша, мы тебя любим очень-очень сильно. С днем рождения тебя. Ты невероятно талантливый человек. И таких, как ты, если честно, уж в России точно можно пересчитать по пальцам. От всего Via Family и лично от меня, от Кирилла. Я тебя обожаю. Ты самый лучший. За тебя. Все клубы, которые открывал этот очень творческий человек, самые популярные. Долгих-долгих счастливых лет и такого же творческого подхода ко всему. Мы обожаем Синиша. Я его знаю 15 лет. Очень хороший человечек. Такого человека, как ты, я знаю, охраняют очень сильные ангелы с красивыми крыльями. Дай Бог, чтобы они были всю твою жизнь. Я тебя люблю. И все, что ты делаешь профессионально, ты делаешь с юмором. Поздравляю, с днем рождения, мой дорогой. Счастья, любви и удачи. Я только что нацеловалась с Сином, и поэтому помада размазалась наверняка по щекам. Но я счастлива, потому что моего друга сегодня день рождения. Возраст – это не предел. Надо тусить всегда по жизни и быть на позитиве. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Синиша. Happy birthday to you. И очень хочу, чтобы вы здесь получали удовольствие, наслаждались музыкой, красивыми девушками, красотой. Дорогой Синиша, ты понял, что день рождения нужно отмечать после того, как в России отметили 9 мая. Поэтому ты видишь, какое огромное количество звезд, шикарных людей пришло к тебе сегодня. Пусть будет так всегда. А ты же знаешь, что я готов к тебе прийти, даже если ты будешь отмечать свой день рождения 31 декабря в 23 часа. Люблю тебя. Днем рождения! Самый высокий, самый прекрасный мужчина 21 века. Это Синиша! Ура! Ваши аплодисменты! Мы приветствуем его и поздравляем с днем рождения! Я стесняюсь, представляете, я без слов. Спасибо всем!